Велосипедист, автомобилист и пешеход. Вечный спор, кто кого должен пропускать. Если вы обладатель двухколесного транспорта, то следующие правила должны знать обязательно. Велосипедист должен ездить по специальным велосипедным дорожкам. Если таких дорог нет, то разрешается ездить по автобусной полосе или по обочине. Важно помнить, что велосипедисты, выезжая на дорогу, считаются полноценными участниками дорожного движения. Большинство считает, что велосипедистам не место на дороге. И среди велолюбителей есть такие еще моменты, что не все они знают правила, едут по встречке и думают, что это так и должно быть. На самом деле нет. Нужно ехать в сторону движения. Пока вы едете на велосипеде, вы велосипедист. Когда вы его катите, вы уже пешеход. Чтобы перейти дорогу, нужно вести двухколесный транспорт рядом с собой. По правилам дорожного движения пересекать пешеходный переход можно только пешком. А также рекомендуется носить шлем для вашей же безопасности. Чтобы показать другим участникам движения, что вы поворачиваете налево, вытяните в сторону левую руку. Если будете поворачивать направо, вытяните правую руку. При торможении поднимите руку вверх. Детям до 14 лет запрещается выезжать на проезжую часть. Можно кататься в скверах, в парках, обязательно в присутствии родителей. Если в жилую зону выезжает автомобиль на главную дорогу, тогда, если велосипедист двигается по главной дороге, водитель автомобиля должен уступить, пропустить данного велосипедиста. Если наоборот, если велосипед выезжает из жилой зоны на проезжую дорогу, тогда велосипедист должен уступить дорогу по правилам, пропустить автомобиль, который двигается по главной дороге. Участниками дорожного движения также являются и самокаты. Прогулочные самокаты приравниваются к велосипедам и подчиняются тем же правилам. А электросамокаты должны двигаться по велосипедной полосе движения или по правому краю проезжей части дороги. Где бы вы ни ездили, соблюдайте правила и будьте осторожны.